Башнефть построит резервную линию для производства элементарной серы на базе Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Инвестиционное соглашение подписали сегодня глава региона Ради Хабиров и генеральный директор нефтяной компании Хасан Татриев. Объект позволит увеличить объем утилизации сероводородсодержащего газа, который образуется на производственных установках в результате выпуска высококачественных моторных топлив экологических стандартов, таких как Евро-5 и Евро-6, и других вредных веществ. Таким образом, уменьшается негативное воздействие на окружающую среду. Несмотря на то, что сложная ситуация, проблемы с ОПЕК+, проблемы с коронавирусом, тем не менее компания не снижает объемы развития инвестиций, не снижает. Более того, по площадке нефтехимзаводов они в этом году увеличат инвестиции более чем, ну, порядка на 10%. Нам это важно. По условиям инвестиционного соглашения «Башнефть» обязуется профинансировать проект и создать дополнительные рабочие места на новом производстве. Строительство технологической линии планируется завершить в мае 2023 года.